Орган общественного контроля, который будет представлять интересы населения, открыто и гласно обсуждать актуальные проблемы города, готовить рекомендации и предложения по совершенствованию социальной политики, уже скоро начнет свою работу. 1/3 состава общественной палаты народные избранники утвердили на заседании Думы. Глава города своим постановлением утвердил первую пятерку. Далее мы своим решением утвердим вторую пятерку. И вот эти 10 человек из списка подавших документов, прошедших комиссию, которая определила, что документы поданы все в полном объеме и без нарушений, и кандидаты соответствуют требованиям положения, выбор еще 5 человек в общественную палату. Бурное обсуждение вызвал последний вопрос повестки о предоставлении льготы по уплате налога на имущество для предпринимателей. Причина – кадастровую стоимость коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей, подняли в десятки раз. На заседании представили 2 проекта решения. Администрация предлагает снизить налоговое бремя на текущий год. Второй проект заключается в использовании дифференцированного подхода. Наш же проект решения подразумевает, что 30%, что дифференцированный подход, налоговый льгот только на один год. То есть это разовая акция, которая позволяет смягчить удар, который сегодня вызван резким повышением кадастровой стоимости для предпринимателей. О недостатках и преимуществах каждого варианта высказались многие. Механизм дифференцированного подхода еще не просчитан, а предприниматели и некоторые депутаты находят льготу в размере 30% слишком маленькой. Однако увеличить ее невозможно. Основной камень преткновения – снижение взимаемой платы – городской бюджет, так как эти налоги принесут в казну города порядка 27 миллионов рублей, которые уже включили в графу расходов. В обсуждении прозвучало мнение, что проблему необходимо решать на региональном уровне. На голосовании народные избранники выбрали проект решения администрации – налоговую льготу в размере 30%. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.